Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Олександр Гамоля. Глядіться у гэтым випуску. Виязная прийомная. Сьогодні Максим Рижанков вислухав жыхароў Петрыкаўскага района. Бізнес без регістрації. Про умови вядзення своєї справи по нових правилах розказала спеціаліст податкової інспекції. Гомель за чистое паветра. Сьогодні означається сусветний день без автомобіля. Бабіна лето. На выходных буде тепло і сонечно. А зараз об гэтым і іншым больш падрабязна. На Гомельшыне працягваюцца выязныя прыёмы грамадзян прадстаўнікамі органаў улады. Сёння ў Петрыкаве са скаргамі грамадзян разбіраўся першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Максім Рыжанкоў. Якія праблемы хвалююць людзей, даведаўся Олег Сінцюроў. С пачатку года ў Петрыкаўскі райвыканкам звярнуліся крыху больш як 100 чалавек. Гэта амаль на 20% менш, чым было летась. Практычна кожнае трэцяе пытанне тычыцца работы жыллёва-камунальнай гаспадаркі і добраўпарадкавання. Апрача таго, даволі часта ў Петрыкаўскім раёне звяртаюцца па пытаннях арганізацыі бясплатнай рыбалкі. У свой час шмат якія домаўладанні, размешчаныя на беразе Прыпяці, набылі жыхары іншых гарадоў, у першую чаргу Мінска, але цяпер частка ракі знаходзіцца ў арэндзе і для рыбалкі неабходна набываць спецыяльны дазвол. Гэта ж тычыцца і наведальнікаў аграсядзіб. Праўда, на прыёме ў першага намесніка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта гэтае пытанне не ўздымалася. Хоць увогуле без фінансавай тэматыкі не абышлося, вяртанне сродкаў, якія знаходзіліся на шчадных кніжках грамадзян у часы Савецкага Саюза, казалі аб гэтым неаднойчы, але калі меркаваць па гэтаму звароту, тэма ўсё яшчэ з'яўляецца актуальнай. Максім Рыжанкоў заклапочанасць падзяляе, але лічыць, што пакуль фінансавая сістэма краіны не гатовая да такога кроку, апрача таго неабходна выпрацаваць схему вяртання сродкаў. Требует принятия законодательного акта определения категории людей, значит, какой-то список. Ну, самое главное – это как бы деньги и потом справедливое их распределение в соответствии, знаете, с неким каким-то стандартом там, или системой, чтобы никто не был обижен. Проблема, за которой вернулись жыхары поселка Капсевича, Владимир и Алена Миляшкевича, не вырашается уже амаль 2 года. Менавіта столько часу протягивается ремонт дома, у яким яны проживают. Докладнее, ремонт даху официально уже завершены, але ён тяче при кожном больш-менш моцным дажу. Покуль мясцовый райжилкомгаз и фирма-выканаўца разбираются у судах, жыхары дома периодично ликвидуют наступствы стихии и недобросубленной работы. Больше половины оклада я заплатил за ремонт подъезда, чтобы победили подъезд. Это у нас 6 квартир и такая сумма за подъезд. Но дело в том, что крыша была раскрыта, вот, как открыли, оно все просто по стенам текло, затекало, вот эти пятна и прочее, прочее. И мы обратились еще потому, что у нас в прошлом году не было заливания, но было промокание потолка новая крыша в квартире. Даручэнне першага намесніка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта на працягу 2 тыдняў ліквідаваць недапрацоўкі сіламі камунальнікаў і далей пры неабходнасці разбірацца з супадрачкам праз суд. Прыём у Петрыкаве працягваўся каля 2 гадзін. За гэты час Максім Рыжанкоў разглядзеў пытанні, якія тычацца самых розных сфер: вяртанне прадпрыемству чэкаў маёмасць, арганізацыя гандлёвага абслугоўвання і ўтрымання дарог у невялікіх пасёлках, прыватызацыя жылля і неўплата падаткаў прыватным прадпрымальнікам. Прычым не ўсе праблемы тычыліся толькі Петрыкаўскага раёна. Сустрэцца з першым намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта прыязджалі нават з Гомеля. Пасля завяршэння прыёму Максім Рыжанкоў адзначае, гэта была добрая магчымасць азнаёміцца з рэальнай сітуацыяй у рэгіёне. Для мяне это очень хорошая возможность посмотреть, чем вообще живет страна, увидеть реальные нужды вот людей, а не только то, что собирается, значит, бумажными отчетами в Минске, да? Посмотреть, как действуют различные организации культурной, социальной сферы, как предприятия работают, вообще ухожены ли наши районные центры, городки. Вот. А это все создает впечатление о том, как работают наши представители власти на местах. А это значит и говорит о том, какая вообще, какой у них авторитет, какая поддержка со стороны населения. И вообще, работаем ли мы для этих людей, или мы, в общем-то, работаем на бумагу только. Олег Сінцюроў, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» с Петриковым. Завтра жыхары рэгіёна змогуць задаць пытанні старшыні аблвыканкама Уладзіміру Дворніку. 23 верасня пройдуць суботнія прамыя лініі мясцовых органаў улады. Звярнуцца да Уладзіміра Андрэевіча можна з 9 до 12 гадзін па нумары тэлефона 33 12 37. І ў гэты ж час на сувязь выйдзе намеснік старшыні гомельскага гарвыканкама Віталій Геннадзевіч Атаманчук. Нумар тэлефона 75 19 54.
Какие новые возможности для бизнеса открывает указ президента об регулировании деятельности физических особ, сегодня рассказали удельники брифингу в областном выконавчем комитете. С журналистами встретился наместник начальника управления податкообкладания физических особ инспекции Министерства по податках и сборах по Гомельской области Татьяна Пырх. Указ о поширении магчимостей для бизнеса без регистрации в якости индивидуального предпринимальника – беспречное становчее решение, означают специалисты податковой инспекции. Уже вызначены померы базовых ставок одиного податку для физических особ. И они вагаются у залежности от групп, на которые поделены населенные пункты. Пока известно, что наш областный центр уходит у первую группу. У другой группе – буйные города в области – Мазыр, Жлобин, Решица – и Светлогорск. Докладный помер ставки одиного податку для конкретного вида деятельности будет ведомы праз месяц. Решение об вызначении суммы для одиного податку для разных послуг примут на посяджение областного совета депутатов. Уже зараз у инспекции Министерства по податках и сборах по Гомельской области означают шквал звонков от насельництва по этим питанням. Чекается, что новый указ даст додатковый импульс для развития бизнесу и зарегистрованным индивидуальным предпринимальникам. Яны так само смогут, выплативши один податок, займаться новыми для себя видами деятельности. Основным условием для физических лиц по-прежнему является самостоятельность их деятельности, то есть без привлечения наемных работников. И услуги должны быть оказаны непосредственно для личных, семейных, бытовых и иных нужд, ни в коем случае не связанных с предпринимательской деятельностью. Принцип работы тот же. Физическое лицо, если захочет осуществлять такие виды деятельности, должно прийти в налоговую инспекцию по месту жительства, подать заявление соответствующее и уплатить ставку единого налога. Закон, я считаю, что, конечно, люди, не связанные с предпринимательством, должны с ним как-то ознакомиться и понять его. Вот. А предприниматели, я думаю, даже те, которые закрылись, я думаю, что они будут с удовольствием платить этот налог и заниматься вот этими видами предпринимательской деятельности. В любом случае, предпринимателю сейчас выжить одним направлением работы невозможно. Нужно иметь несколько. Тем более, что какие-то работы, они всегда предполагают за собой сезонность. Сегодня означается день без автомобиля. Эта сусветная акция закликана нагадать громадству про шкоду автомобилизации и пропоновать экологично чистую альтернативу транспорту. Как день без авто проходит у Гомеля и как каждый из нас может долучиться до борьбы за экологию, расскажет Ганна Ковалева. Велосипед спасет мир! У день без авто активисты громадского руху Велогомель провели акцию под назвой «На працу на велосипеде». Яны вышли на улицу Гомеля, каб нагадать прохожим про корысть двухколового транспорта. У сквера имя Громыки организовали энергетичную крупку. Тут каждый велосипедист мог подсилковаться кавой и солодкими почастунками. Велосипедистам можно не бояться прибавить у вазе. Безусловно, велосипед – это не только фитнес. Велосипед – это транспортное средство. Безусловно, велосипед помогает поддерживать себя в тонусе и форме. Как видите, я взрослая леди уже. Я пользуюсь велосипедом очень активно, прекрасно при этом себя чувствую. У меня хорошее настроение, самочувствие. Ну а о том, что велосипед – это самый экологичный вид транспорта, это велосипед не нужно изобретать, чтобы сказать это. Позмагаться за чистюню поветра в этот день вырашили супрацовники ДАИ, которые массово отмовились от особистых автомобилей и пересели у громадский транспорт, каб добраться до працы. Инспектор ДПС Андрей Аудейчик на протягу опушних 5 годов активный автоаматор. При этом по доброй традиции, что год 22 вересня он свядомо отмовляется от особистых авто. Я и остальные мои коллеги по работе во время единого дня безопасности дорожного движения и дня без автомобиля. Каждый сотрудник показывает личным примером и ездит на работу на общественном транспорте. Свой личный автомобиль оставляет дома. Сегодня я проезжал на первом троллейбусе. Солнечный гидропривод. Прямо до самой работы. На жаль, за профессийных обовязков некоторые водители навод при великим жадании отмовиться от авто не могут. Але и тут есть махчимость долучиться до борьбы за чистеню. Достатково просто сошить за техничным станом своего железного коня и не допускать, каб машина выкидывала ненормативную колькость шкодных речевов. Теробить гэтага мельчане вырашили проверить супрацовники ДАИ разом со специалистами инспекции природных ресурсов и аховы навокольного осяродия. На площади Паустания яны разместили мобильный пункт, где с помогой специальных обсталявания проверяли узровень запручивальных речевов. Суть акции такова. Мы останавливаем транспортное средство, измеряем уровень загрязнения выхлопных газов,
у оказывается чистый автомобиль, вручаем сувенирную продукцию, а ну, если такие случаи будут, пока их не было на сегодняшний момент, то мы рекомендуем и регулируем уровень загрязнения в автомобиле. Ежегодно в среднем в год транспортное средство расходует 2 тонны топлива, и только представьте себе, сжигается 30 тонн воздуха, при этом в атмосферный воздух выбрасывается углекислый газ, диоксиды азота, углеводороды. Это не только вредное воздействие на окружающую среду, на наш атмосферный воздух, но и также на наше здоровье. Тому каждый водитель повинен контролировать свой автомобиль и регулировать количество шкодных выкидов, как ездить с экологично чистым сумлением. Я знаю, что сегодня день без авто. Проверка показала не превышение, даже ниже нормы выброса. Конечно, я забочусь об экологии нашего города и нашей страны. Специалисты отмечают, ездить на авто с перевышением нормы выкидов – не танная халатность. Физичных особ за это чекает штраф до 5 базовых величин, индивидуальных предпринимальников – до 50, а юридичным особам придется заплатить до 200 базовых величин. И все ж, по словам экологов, у опошний час ведомость водителя узросла. Про это говорит сколькость штрафов, яких с каждым годом приходится выписывать, усе меньше. И это при том, что лик автомобилей у Гомельской области повеличивается только за опошний год больше, как на 5000. Рост отказности водителей – это шмат у чем выник миновито таких профилактичных акций. До речи, организаторами еще одной из таких у день без авто выступили активисты БРСМ. Хлопцы и девчаты надели малярные маски и раздавали на парковках информационные буклеты об шкоде выхлопных газов. Ганна Ковалева, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель». У Гомелі стартовали Дні корейского кино. Кінофестиваль примеркованы до 25-годия установления дипломатичных отношений помеж Республикой Корея и Беларусью. До показу запланованы 4 фильмы. У программе, различные до 24 вересня уключно, семейная комедия, мультипликационный фильм, триллер и драма. Сеансы можно наведать бесплатно. Усе киностужки сопровождаются русскими субтитрами. А до первого показу драмы «Дурасоры. Голос усходу» субтитры специально переклали на белорусскую мову. По часу урочистых открытия кинофестивалю глядачам пропоновали выставу национальных лялек. Мероприемство наведал надзвычайный полномочный посол Республики Корея у Республики Беларусь спадар Ким Йонг Хо. Это мой первый приезд в Гомель. Я посетил Гомельский дворцово-парковый ансамбль, впечатлен природой. Также я встретился с председателем областного совета депутатов. Мы говорили о разных сферах, в том числе об экономике и культуре. Гомельщина – это очень развитая область, и мы будем стараться и в дальнейшем развивать сотрудничество с нашими гомельскими партнерами. На территории Беларуси растет около 1000 видов грибов. У Института лесу на специальной выставе представили невеликую частку этой разностайности. Ранее такие экспозиции у института ладили каждую осень, а пошние годы были не вельми урожайные на грибы. И традиция перервалась. Все лето узнавилось. На дворе радуя аматоров тихого полявания. У экспозиции выставы около 60 видов грибов. Яны собраны у гомельских лесах. До речи, придатных до ежи грибов не шмат, меньше за 20 видов. Отрознить ядовитые от ядомых на выставе допомагал светлофор. Организуя эту выставку, конечно, в первую очередь мы сделали акцент на то, как правильно собирать грибы и какие из этих видов можно собирать. Даже на экспозиции, разложенной на столах, выложена на специальных салфетках зеленого, желтого и красного цвета. Эти цвета соответствуют определенному запрету. Зеленые – это те грибы, которые можно собирать, как я уже сказал, сколько таких примерно вот, готовых к потреблению пищи. И те, которых ни в коем случае собирать нельзя. Дарэчы, грибная коллекция Института лесу мае статус национального здобытку. На дворе на выходных будет спрыяльнее для походов за грибами. У Беларусь прыдзе бабина лето. У субботу 23 вересня будет пераважна без ападков. Только по поўдні краины будет отчуваться уплыв адыходячага малорухомого фронтального разделу. Там пройдут короткочасовые дажи. Температура поветра в нашем регионе у нашей складе до плюс 15, у день шакается до 19 градусов тепла. У неделю будет ясно. Слупки термометров покажут у ночи 12-14, у день прогнозуется 17-19 тепла. Таким же будет и початок наступного тыдня. Гэты и іншыя новины вы можете знайсці на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. Далее у эфира спортивный огляд. С новинами спорту вас познакомить Максим Савин.